Привет, с вами Иван, и в руках у меня бюджетный, ультрабюджетный суперстрат под названием Ирин. На страте нет никаких опознавательных знаков, неизвестно где он сделан, неизвестно кем он сделан, на нем нет серийного номера, но тем не менее он приехал ко мне с уже известного моим подписчикам сайта banggood.com, где, собственно, очень задешево можно купить какой-нибудь музыкальный инструмент. Например, эта штука стоит приблизительно $140, но бывают скидки. Что же за эти деньги мы получаем? Прилетела ко мне эта гитара, сразу скажу, в не очень хорошем состоянии. Во-первых, на почте ее, видимо, ухитрились слегка грохнуть, придавить чем-то сверху в районе крутилочек громкости и тона, и появилась на лаке трещина. К счастью, трещина неглубокая, на функциональность гитары никак не влияет. Но еще впечатление подпортило то, что гитара приехала вообще не отстроена. Я уже обозревал как-то сингловый страт под названием «Зебра» с того же самого сайта. И там у меня настройка заняла буквально 3 минуты, я просто подкрутил анкер. Здесь же не только анкер был полностью спущен, струны не были натянуты, даже сзади пружины тремоло не были насажены на, собственно, само тремоло. Гитару пришлось конкретно настраивать, возиться, отстраивать высоту сёдел, отстраивать прогиб грифа, всё-всё-всё отстраивать, высоту датчиков. И поначалу, когда я только взял гитару из коробки, я на ней попытался что-то сыграть, я ужаснулся, думаю, господи, что это вообще за убожество, не звучит. Но после отстройки, включившись в свой ламповый маленький стек, а также в любимый нами Bias FX плагин, все начало звучать. Я не могу сказать, что эта гитара мне по звуку чем-то там нравится или поражает, но звучит она нормально. То есть не супер-пупер, но и желания срочно поменять датчики не возникает. Хотя, конечно же, в будущем апгрейд гитаре не повредит. Написано на сайте, что дека гитара сделана из Basswood, что по-русски липа. Но я разобрал, посмотрел по виду это и по весу очень-очень легкому. Скорее всего, все-таки сосна. И не очень-то она ласково обработана внутри. Довольно грубо все вырезано, но лак, финиш, то, что называют, отличный на гитаре. График вот этот вот с молнией просто шикарный. Признаюсь честно, только вот из-за графики и взял. Ну, еще из возможности поизгаляться над дешевым инструментом. Ну, и вам, конечно же, показать. Железо достаточно дешевое, но нигде ничего не режет. Лады, как это часто бывает на дешевых гитарах, скребут, то есть они не отшлифованы, не отполированы, но эта проблема быстро уходит, когда начинаешь на гитаре играть, начинаешь делать бенды, все начинает притираться друг к другу, и как бы играть становится нормально. Лады, тем не менее, по краям не царапают. Я легко провожу рукой, никакой кровищи нет, как в случае со всякими Ямахами, Пасификами, о которых я уже давно на канале говорил. Порожек нормально установлен, гитара строит. Опять же, подчеркиваю, после отстройки, после тотальной отстройки, все с ней теперь нормально. Ничего не царапает, кочерга работает, строй держит, звук приемлемый. Вы его, собственно, слышали в начале. Могу ли я эту гитару порекомендовать кому бы то ни было?
Наверное, как первую ученическую, нет, особо не порекомендую. Просто из-за того, что, ну, как правило, ожидается от ученической гитары, что, как в случае с той же Yamaha Pacific, ты ее берешь из магазина и сразу на ней играешь. То есть не требуется знаний по отстройке, не требуется инструментов, материалов, умений, чтобы привести гитару в чувство после получения посылки с почты. Здесь это не тот случай. Но я, пожалуй, могу порекомендовать этот Ирин Суперстрат тем, кто хочет просто поэкспериментировать, но не хочет в это особо вкладываться. Хочет поизгаляться над китайской продукцией, может быть, ее перекрасить, не знаю, деку поменять, другой формой сделать, скалопировать лады, может быть, какой-нибудь оригинальный финиш изобразить. Кстати говоря, о финише, здесь гриф практически ничем не покрыт. Покрыт очень тонким-тонким каким-то слоем лака, и на ощупь он очень приятный. И профиль грифа очень хороший, опять же, очень классический, очень похож на то, что у Зебры было, и очень похож на многие сквайры. Да много на что похож. Короче, такой классический, усредненный фендер-стратовский гриф с достаточно современными толстыми ладами и с достаточно плоским радиусом шреддерского типа. Частенько я это говорю на своем канале про гитары, но просто у меня мой любимый страт не обладает этим профилем. Он слишком скругленный, слишком винтажного типа, и меня это все время слегка обламывает. Здесь такой проблемы нет. То есть гриф действительно удобный, на нем играть приятно. В общем, учитывая все вышесказанное, гитаре я ставлю твердую тройку. Оценка в основном такая невысокая из-за того состояния, в котором гитара приезжает, то есть нужна большая отстройка, и из-за грубости обработки вот внутри в некоторых местах, ну и, естественно, из-за использования дешевой фурнитуры, как это на ультрабюджетках ожидаемо. С вами был Иван, еще видео на гитарную тематику, обзоры гитарного оборудования вы найдете на моем YouTube-канале. Пока!